Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги-партнеры. Рад вас приветствовать. У нас традиционно проходит по понедельникам в 17 часов по московскому времени. Ну, задам вам традиционный вопрос. Хорошо ли меня слышно, видно? Видны ли слайды нашей презентации? Да, просто поставьте плюсики в чате в комнате Мирополис и в чатах соцсетей, в которых вы сегодня находитесь. То есть это даст мне понять о том, что меня слышно, видно хорошо. По понедельникам мы обычно проводим презентации проекта компании Skyway Capital, и сегодня будет краткое ознакомление с тем, чем мы занимаемся, что из себя представляет деятельность данной компании, что из себя представляет технология, ну и в дальнейшем, в конце, вы можете задать свои вопросы. Постараюсь сделать это достаточно динамично, быстро, без каких-то, скажем так, долгих отходов в сторону и так далее, да? Вот. Итак, друзья, я вижу, что плюсики есть, и, в принципе, если вам не сложно, я знаю, что многие заходят в комнату и пишут, скажем, те города, из которых они присутствуют. Вот я вижу Дмитров, это Московская область, Туймазы, Башкортостан. Вот. Наверняка есть еще другие города, то есть география. Вижу, что Киев у нас сегодня на связи, мать городов русских, да. Красивый город, который я любил, люблю, часто в нем бывал когда-то, да, когда жил на Украине 16 лет. В городе Харькове. Итак, друзья, компания Skyway Capital. То есть это компания, которая, по сути дела, начала свою деятельность в 2015 году. Да, зарегистрирована была в конце 2014 года. И суть деятельности компании – это популяризация информации о новом инновационном виде транспорта, о новой инновационной транспортной технологии под названием Skyway. Skyway – это небесные дороги. Да. До определенного времени технология под названием Skyway называлась струнный транспорт Юницкого, струнной технологии. Вот. Что из себя представляет Skyway? Это транспорт второго уровня, который вы сейчас видите на экране. Транспорт, который находится над землей на высоте, скажем так, от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков метров, движется по специальным рельсам, да, так называемым струнным рельсам. И в чем преимущество данного вида транспорта? То, что люди могут перемещаться на высокой скорости, без пробок, которые нам привычны, особенно в городах крупных, таких как Москва, скажем так, областные центры Российской Федерации и огромное количество городов в мире, да, где, скажем, огромные транспортные потоки. Без каких-либо вредных выбросов для окружающей среды, что очень важно, да, то есть это экологически чистый транспорт. Ну и тут у нас написано «без границ». Действительно, данный транспорт может связать, скажем так, страны и континенты. То есть данная технология, о которой мы говорим, может стать объединяющей технологией для всего мира. Почему? Да потому что, в принципе, если посмотреть в обычном разрезе, что из себя представляет транспортные, скажем так, пути, да, это, по сути дела, кровеносные сосуды нашей с вами жизни, потому что по транспортным путям перемещаются люди, перемещаются грузы, товары народного потребления. Сегодня мы с вами используем 4 транспортные технологии, которые известны, скажем так, в среднем, все из них более 100 лет, да, есть, скажем так, технология водный транспорт, там, речной, морской, по озерам, которому уже более 1000 лет. Да? То есть люди путешествовали между материками за много-много сотен там, тысяч лет до сегодняшнего дня. У всех этих транспортных систем, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт и водный транспорт, есть преимущества по отношению друг к другу, да? Но есть целый ряд недостатков общих, потому что все они подвержены любым природным явлениям, да? Например, ухудшением ситуации климатической, там, например, ураганные ветры, сильные снегопады, ливни, в чем мы, кстати, можем убедиться, например, сегодняшний день, там, Иркутская область, Амурский край, да, который, Хабаровский край, то, что у нас находится на востоке страны, уже который день заливают дождями, перемыты дороги, соответственно, по ним движение прекратилось и так далее. Вот, опять же, данный транспорт, о котором мы говорим, транспортная система, разработанная Анатолием Эдуардовичем Юницким, позволяет, скажем так, размещать путевую структуру над землей, соответственно, никакие там наводнения, никакие паводки данной путевой структуре не страшны, и, соответственно, транспорт сможет перемещаться, развивать всепогодно. Сильные снегопады, да, сильные дожди, как я вам говорил, все это влияет на перемещение транспортных средств по тем технологиям, которые мы с вами используем уже в среднем более 100 лет. Технология Skyway, о которой мы с вами говорим, она как раз-таки призвана решить вот те проблемы, те недостатки, которые мы имеем на сегодняшний день, и те отрицательные моменты, которые оказывают транспортные средства, перемещаемые по нашей планете на сегодня, да, на окружающую среду. Действительно, технология разработана Анатолием Эдуардовичем Юницким, в первую очередь, это экологически чистый транспорт. Второе, что высокий уровень безопасности, потому что транспортные средства, которые будут перемещаться по струнным рельсам, они расположены над землей, соответственно,
в первую очередь не будет пересечения транспортных средств и людских потоков, да, что, соответственно, позволит нам избежать огромного количества аварий, в которых участвуют пешеходы и автомобили, например. Да. Отсутствие светофоров, отсутствие перекрестков, то есть это, соответственно, отсутствие пробок. Это отсутствие той ситуации, которую вы сейчас видите на экране. Я даже затрудняюсь сейчас посчитать, какое количество полос на той дороге, которую мы видим внизу, да, но вы видите, какое количество автомобилей. На сегодня, кстати, если мы возьмем ту же самую Европу, как раз конец июля-август месяц, это те месяцы, которые европейцы используют для отпусков в основном. Да. Сейчас будет огромный-огромный поток машин со стран там, Северной и Центральной Европы в сторону, скажем так, того же Средиземного моря, это побережье там, Испании, это побережье Италии, Франции и так далее, и так далее. То есть вот будет примерно вот такая картина, которую мы с вами видим. Часто такая картина видна, правда, у нас здесь там 4-6 полос в Москве и в Подмосковье, особенно в пятницу, когда люди, скажем так, в хорошую погоду, которая у нас, вот, может быть, когда-нибудь будет этим летом, да, устремляются на дачи. То есть вечером, там, начиная с 17 часов по московскому времени, там, до 24 часов сероидеальной, скажем так, пути выезда из Москвы, скорость автомобиля зачастую медленнее, чем скорость пешехода. Вот. Это мы видим каждый день. Точнее, каждую неделю, да, и, соответственно, данная ситуация, вот опять же, те усилия, которые предпринимаются администрациями там многих регионов, потому чтобы разрулить данную сложившуюся годами схему, ну, практически ни к чему не приводит, да. Да, расширяются дороги, появляются у нас дублеры в Москве и так далее, все равно они все заполняются автомобилями, все равно эти пробки. Строятся какие-то многоуровневые развязки и так далее, это тоже не решает проблему, потому что пробка, она временами перемещается там на 50-100 метров в сторону области, и все равно там все сходится, и все равно все стоит. Почему это происходит? Потому что действительно, я не беру сейчас судить и утверждать, да, там, о среднем уровне жизни, падает он, растет и так далее, но в крупных мегаполисах увеличивается количество людей, в семьях увеличивается количество автомобилей. Есть семьи, в которых там 2-3 машины, да, и каждый разъезжается, скажем так, утром в своем направлении. То есть есть глава семьи, там, супруга, дети некоторые, которые водят автомобили и так далее, и так далее. Все это сказывается на чем? Дороги, которые мы имеем здесь, они не резиновые, они не могут, скажем так, расширяться там по мгновению ока. Это строительство этих дорог выливается в многие миллионы долларов и так далее, которые тратятся ежегодно, но проблема, которая есть, она остается. Активно сейчас в Москве, например, в регионах развиваются железные дороги, строятся дополнительные, скажем так, ветки, пускаются экспрессы и так далее, но в итоге мы что еще видим? Да, не так много людей пользуются экспрессами, потому что стоимость экспресса в два раза дороже, чем обычная электричка, например, которая переполнена, которой мне приходится ездить, например, каждый день. И фактически каждый день, когда я еду домой, я сажусь на платформе Кунцево, там мне ехать какие-то 16 минут, ну, часто приходится ехать в дверях этой электрички, потому что она забита, скажем так. По самое не хочу, как сидеть в бочке, жарко, душно. Электричка, кстати, снабжена кондиционерами, которые почему-то в жару не работают, а когда холодно, они почему-то включены, ну и так далее, и так далее. Не будем, скажем так, о грустном, просто хочу сказать, что те транспортные проблемы, которые существуют сегодня практически во всем мире, и призваны решить технологии под названием Skyway. То есть проблемы с логистикой существуют, огромное количество грузов, скажем так, потенциально могло бы перевозиться по тем же железным дорогам, но ввиду того, что пропускная способность железных дорог тоже ограничена. То есть, опять же, те же самые железные дороги, например, та же белорусская чугунка, да, вот они делали отчет, не дорабатывают, не зарабатывают тех денег, которые могли бы на тех же тарифах и так далее, только потому, что ну, невозможно, скажем так, то количество грузов, которые необходимо перевести, впихнуть, скажем, уже существующую инфраструктуру. И вот для того, чтобы все эти проблемы устранить, существует транспорт Skyway. Были попытки, скажем так, создания транспорта второго уровня, это были и канатные дороги, скажем, это были какие-то фуникулеры и прочее, но те характеристики, которые на сегодняшний день присущи технологии под названием Skyway, не были достижимы, скажем так, теми технологиями, которые предполагались и предлагались человечеству на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет. Да? То есть транспорт второго уровня – это не новинка, но тем не менее, характеристики, которые вы сегодня можете легко найти вот, любого транспортного средства, которое вы сейчас видите на экране, вы можете зайти на сайт корневой компании, почитать, скажем так, характеристики отдельно взятого там минибуса, юнибайка и так далее. Какова скорость, какова, скажем так, пассажировместимость, сколько потенциально, скажем, затрачивается топливо в пересчете на бензин, потому что все транспортные средства Skyway, они снабжены электрическими двигателями, собственной разработки, кстати, да, это двигатель мотор-колесо. Вот. И по большому счету, наверное, чтобы, скажем, дальше продолжить рассказ, можно показывать картинки, можно рассказывать, что из себя представляет, скажем так, каждая отдельно взятая модель транспорта Skyway.
Вот, я бы, наверное, включил видеоролик, который продемонстрирует сегодня, скажем так, наработано проект развития. Проект, точнее, SkyWay развивается на сегодняшний день 5 с небольшим лет, и за эти 5 лет проделан огромный объем работы, то есть создано целый ряд транспортных средств, целый ряд из которых сертифицирован, да, то есть 5 видов путевой структуры. Шестая строится на территории, скажем так, как технопарка в Республике Беларусь. Сегодня идет активное строительство на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где строятся первые связанные проекты и инновационный центр SkyWay в Шарже. И все это заработано, наработано, скажем так, за эти 5 лет, благодаря той схеме, о которой мы с вами поговорим немножко позже. Итак, я хочу продемонстрировать транспортные средства SkyWay, которые созданы на сегодняшний день, благодаря огромному количеству людей, проживающих в разных странах мира, разного возраста, разного уровня образования, да, разных финансовых возможностей. Но эти люди когда-то поверили в то, что данная технология может изменить жизнь к лучшему. Об этом мы с вами немножко позже поговорим. Thank you.
Итак, друзья, из ролика было видно, да, всем, что из себя представляет данная технология, что из себя представляет путевая структура. 90% информации в ролике – это настоящие транспортные средства, которые были созданы за последние 5 лет, начиная с момента старта проекта в том виде, в котором мы его сегодня видим. Да. Ну, только два транспортных средства – это высокоскоростные минибусы, транспортные средства, перевозящие контейнер. Пока это, скажем так, перспективное направление работы, работы активно ведутся в этом направлении. Вообще технология затрагивает три сегмента транспортного рынка. Это высокоскоростной SkyWay, то есть это перемещение между городами и странами, да, на скорости порядка 500 и выше километров в час. Это городской сегмент транспорта, то есть сообщение транспортное внутри города для перевозки пассажиров и между пригородами. Да. И это грузовой SkyWay, который, кстати, позволит перевозить грузы по поверхности нашей планеты со скоростью там 80 и более километров в час, потому что характеристики транспортных средств, как я вам сказал, можно посмотреть уже на сайте. Основой путевой структуры SkyWay является струнный рельс, ну, устройство которого можно, скажем так, условно взять такой, как вы видите сейчас на экране. То есть внутри струнного рельса находятся, скажем, прочно натянутые стальные канаты из пучков проволок, да, либо, скажем так, отдельно. Проволоки, находящиеся параллельно друг другу, все это спрятано в стальной корпус, и этот корпус залит, скажем так, модифицированным раствором бетона, да, то есть со специальными наполнителями, которые предохраняют те же струнные рельсы и корпус рельса от ржавчины и так далее, и так далее. Вот. Сами струны жестко натянуты на анкерных опорах, которые находятся на расстоянии там, километра-двух и более друг от друга, да. И на протяжении всей трассы между анкерными опорами могут на разном расстоянии друг от друга устанавливаться промежуточные опоры. Они могут быть на расстоянии там, 40 метров друг от друга, 50 метров друг от друга и более. Сама путевая структура, если вот классифицировать ее, она бывает трех видов. Да? То есть это жесткая путевая структура, полужесткая путевая структура и гибкий рельс, который, скажем так, может располагаться между высотными зданиями в черте города, например, небоскребы на расстоянии километра-полтора друг от друга, и между этими зданиями находится путевая структура SkyWay, по которой перемещаются транспортные средства. На территории экотехнопарка в Республике Беларусь сегодня реализованы все вот эти виды путевой структуры, то есть мы видим там 5 видов путевой структуры, и любой из вас, кто изъявит желание оплатить, скажем так, стоимость участия в экофестивале в этом году, сможет лично убедиться, что из себя представляет технология SkyWay, и покататься на транспортных средствах, потому что в этом году будет предоставлена возможность всем, кто приедет на экофестиваль, это будет 17 августа этого года, да, прокатиться внутри транспорта SkyWay. Если в том году было ограниченное количество людей, по-моему, 2500 человек из 5 с лишним присутствующих на территории Экофеста, удостоились чести, там, как угодно назовите, да, проехаться внутри транспортных средств, в этом году это будет возможность предоставлена всем, кто появится на территории Экофестиваля. Как я уже говорил, собственная разработка конструкторов SkyWay – это двигатели, мотор, колесо разной мощности для разных видов транспортных средств. Меньшей мощности для таких транспортов, как вы видели, Unibike, там, Univin, да, и более мощные двигатели, конечно, для транспортных средств, которые сегодня создаются, например, для тех транспортных средств, которые будут перевозить контейнеры весом там, 30 тонн и более. Что очень важно, как я говорил, это собственная разработка конструкторов нашего предприятия, которое сегодня работает на территории Республики Беларусь, и работа этого предприятия началась, ну, скажем так, условно с 2014 года, когда первым сотрудником данного предприятия был генеральный конструктор технологии Анатолий Дорошевинский. Где-то в конце мая, с начала июня стали набирать кадры, и на сегодняшний день их более 800, которые трудятся на реализации данной технологии. Каковы преимущества? Действительно, аэродинамика подвижного состава такова, что она, скажем так, несколько раз превосходит на сегодняшний день аэродинамику, аэродинамические показатели самого быстрого гоночного автомобиля Bugatti. То есть там фактически на порядок, да? Отличается. Мало того, действительно, одним из очень важных элементов, который можно отнести к плюс нашей технологии, да, то есть транспортные средства, перемещаемые путевой структурой SkyWay, поднятые над землей, всего два рельса, нет сплошного полотна внизу, то есть отсутствует фактически полностью эффект экрана, который присутствует при перемещении любого транспортного средства по поверхности планеты. То есть есть снизу поверхность Земли, и особенно на высоких скоростях, там свыше 200-300 километров, очень мощная сила действует на транспортное средство, препятствует его перемещению, и сила действует на то, чтобы оторвать транспортное средство от поверхности Земли. Возможно, многие из вас смотрели какие-то соревнования гоночных автомобилей, прототипов, которые перемещаются со скоростью там, 300 и более километров в час. Все они снабжены специальными устройствами, которые прижимают транспортное средство к Земле, чтобы оно не оторвалось и не взлетело.
Итак, друзья, первое преимущество – аэродинамика. Второе – стоимость, скажем так, строительства, да, путевой структуры SkyWay в сравнении, например, со строительством асфальтовых дорог, высокоскоростных железнодорожных магистралей, ну, отличается, опять же, в разы, а где-то на порядке. То есть при стоимости строительства трассы SkyWay на сегодняшний день там, 5-8 миллионов долларов за километр, да, то вот мы видим в данной таблице то, что, например, если строить поезд на магнитной подушке, то километр трассы стоит свыше 100 миллионов долларов. Если, скажем так, создавать то, что предлагает Илон Маск, да, точнее, предлагала сейчас целый ряд компаний, создают также полигоны, да, для испытания технологий под названием Hyperloop, это тоже более 100 миллионов долларов за километр. Высокоскоростные железные дороги, это тоже там свыше 50, если не ошибаюсь, там близко к 100 миллионам долларов за километр. То, что активно используется, например, на территории Японии. Есть целый ряд высокоскоростных железных дорог на территории Европы, это Испания, это, скажем так, во Франции, между Францией и Англией и так далее. Да. Здесь все значительно дешевле, мало того, скажем, использование технологии в дальнейшем, то есть амортизационные расходы также, скажем, на порядке ниже, чем то, что мы видим, ну, наверное, каждый год. И как мы это видим, кстати? Вот у нас Россия страна, в которой там полгода зима, грубо говоря, да, то есть идет снег зимой. Для того, чтобы убрать снег, огромное количество там и людских ресурсов, и денежных ресурсов, техники и так далее, и так далее. То есть все это амортизационные расходы по приведению, скажем так, автомагистралей в порядок, чтобы по ней можно было ездить. Здесь все это будет не нужно абсолютно, то есть по путевой структуре SkyWay не нужно убирать снег, да, опять же, скажем так, не нужно наводить порядок, если вдруг произошло какое-то наводнение, потом убирать, скажем, мусор или что-то еще с дороги, либо по новой даже эти дороги перекладывать, мосты упавшие и так далее. То есть технология SkyWay решает огромное количество проблем с точки зрения, скажем так, денег, да, если строить данные дороги в дальнейшем использовать. Что хотелось бы еще отметить, да, то, что на сегодняшний день на нашем предприятии реализован программное обеспечение 3D Experience, то есть это индустрия 4.0. То есть это позволяет проектировать и создавать транспорт SkyWay гораздо быстрее, значительно дешевле. И многие, скажем так, шероховатости, которые могут быть при испытаниях транспортных средств, их можно устранить еще, скажем так, в момент создания на компьютерах и путевой структуры транспортного средства. Мало того, какое-то маленькое изменение, скажем так, в работе всей системы, тут же показывают всем подразделениям, которые работают над реализацией данной технологии, да, то, что произошли изменения, и тут же перестраивается, скажем так, все. И смета, и необходимые, скажем так, работы, которые произвести, и так далее, и так далее. Но это я как бы на пальцах пытаюсь объяснить. Все на самом деле намного интереснее. Что еще хотелось бы отметить? Транспорт SkyWay, в отличие от того, что мы с вами имеем на сегодняшний день, он полностью автоматический, то есть устраняется человеческий фактор, что тоже можно отнести к плюсу. Действительно, уровень безопасности, то есть данная технология позволит нам избежать порядка миллиона смертей в год, там иногда больше, иногда меньше, в разных уголках земного шара, в различных авариях, катастрофах, да, и в десятки раз большее количество людей становится инвалидами или получают огромное количество травм в различных авариях, катастрофах. То есть всего этого можно избежать благодаря тому, что можно брать и использовать данную технологию. Генеральный конструктор технологии Анатолий Эдуардович Юницкий, вы сейчас видите его на экране. Я думаю, большинство из вас, кто сегодня есть на вебинаре, да, они его знают, кто-то знает лично, кто-то, скажем так, много о нем читал, кто-то заходил на сайт Анатолия Эдуардовича Юницкого, где можно прочитать огромный пласт информации о самом генеральном конструкторе, о его, скажем так, изобретениях, монографиях, да. То есть он сегодня является председателем совета директоров группы компании SkyWay, он же генеральный конструктор SkyWay, человек, который отдал данной технологии 4 десятка лет и сегодня очень близок к тому, чтобы данная технология была реализована. О технологии самой подробно довольно рассказывалось в начале 2000, ну, нашего тысячелетия, потому что был полигон в подмосковном городе Озёры, где, скажем так, было проведено первое испытание данного транспорта, да, на стальной эстакаде ЗИЛ-131, на стальных колесах, которые сегодня как памятник установлены на территории экотехнопарка в Республике Беларусь. Тогда средства массовой информации, ну, в первую очередь Российской Федерации, освещали транспорт будущего, как тогда называлась данная технология. Да. Сейчас все, конечно, выглядит совсем по-другому. Вы видели, как выглядят транспортные средства, вы видели, что из себя представляет технология. Проведен огромный объем работ, связанных, скажем так, с патентованием и сертификацией элементов путевой структуры транспортных средств. Патенты, сертификаты, которые сегодня получены фактически в ведущих странах своих регионов, это и США, и Канада, и Австралия, и целый ряд стран страны Евросоюза, 11 сертификатов, это Япония, Китай, это целый ряд стран СНГ, то есть
Эти работы проводятся для того, чтобы защитить, скажем, интеллектуальную собственность, прежде чем выходить на строительство дорог в целом ряде регионов мира. За это время было проведено порядка 20 крупных выставок, в которых принимали участие специалисты группы компании Skyway. На этих выставках демонстрировались уже, скажем так, созданные транспортные средства. Это как Инотранс, например, 2016 года, куда приехало два транспортных средства, которые увидели в ролике. Это юнибайк и 14-местный минибус, да? Где-то, скажем так, была представлена просто информация. На всех этих мероприятиях проводились и переговоры, и разъяснялось, что из себя может представлять данная технология, какие плюсы она может принести для любого региона, где она будет использоваться. Увеличилось количество людей, узнающих о том, что, какие преимущества дает транспорт Skyway, да, для тех регионов, в которых они проживают. Это были представители, опять же, фактически всех континентов нашей планеты. Да. Данные мероприятия, выставки проходили и в Европе, и в Юго-Восточной Азии, и в Австралии. Да. То есть целый ряд мероприятий, которые нельзя, скажем так, считать выставкой, просто где речь шла о транспорте, где была представлена технология, они проходили и в странах СНГ, и на территории африканского континента. Были делегации с различных стран, которые посещали территорию нашего КБ. Да. На сегодняшний день это 32 делегации, как это было сказано. Да. У нас в материалах мы всегда говорили, 32 международные делегации, которые посетили инновационный центр Skyway, который находится у нас в экотехнопарке, он сейчас такое имеет название, да, то есть центр сертификации, стандартизации Skyway, наше производство в Минске. Что еще хотелось бы отметить? Как я вам говорил, проект был запущен в 2014 году, да, и запущен он был на платформе краудфандинга. То есть людям было предложено инвестировать денежные средства в технологию, разработанную Анатолием Эдуардовичем Юницким. И на выгодных условиях были предложены пакеты долей, да, то есть они становились долевыми участниками проекта и потенциально, если все сложится, как планировало руководство, да, если технология будет продемонстрирована, создана, сертифицирована, мы приступим к строительству дорог разных уголков земного шара и будем получать прибыль, то часть прибыли будет распространяться между теми людьми, которые стали совладельцами тех самых долей. Вся работа на, скажем так, первичном запуске технологии, да, была разбита на 15 этапов. Каждый из этапов подразумевал определенное количество работ, которые нужно выполнить. Соответственно, эти работы нужно было финансирование. На каждом этапе был свой дисконт. То есть это уровень доходности, да, либо выгоды людей. То есть если на первом этапе люди приобретали пакеты долей там, с дисконтом, начиная от 3000, потом, скажем так, он, конечно, переигрался и стал немножко меньше, там от 250 до 1500 раз, да, вы могли приобрести долю, то есть на выходе получить гораздо больше. За номинал каждой отдельной доли был взят $1. И сегодня мы близки к тому, чтобы уже приближаться, когда каждая доля будет продаваться по доллару. И в идеале, скажем так, по такой цене выйти на монетизацию уже технологий в ближайшее время, каким путем, там, IPO, ICO и так далее, все это будет решаться, я думаю, скажем так, в тот момент, когда будет принято решение монетизации технологий. За это время компания получила, точнее, приобрела уже большое количество активов, да, более 20, скажем так, объектов недвижимости, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, созданы свои собственные производственные площади. Вы сейчас на экране видите здание 4 этажа, которое является собственностью компании, находящейся в промышленном районе города Минска, недалеко от метро «Тракторный завод». Там буквально 3 минуты ходьбы, я несколько раз, мне повезло, я был в этом здании, да. Далее, свои производственные площади, про которые мы говорим. Часть этих производственных площадей находится непосредственно на окраине города Минска, скажем так, в микрорайоне Шибаны. Да. Есть производственные площади, которые создаются, я вот сейчас, к сожалению, не могу назвать тот населенный пункт, где, скажем так, создаются производственные площади для выпуска там, элементов путевой структуры подвижного состава. Новые строятся здания в Шибанах для выпуска, точнее, для крупноузловой сборки транспортных средств уже на территории нашего производства. Да. И есть свой собственный экотехнопарк, который тоже относится к производственным площадям, где происходит обкатка, испытания и сертификация транспортного средства. Это экотехнопарк. Там у нас сегодня построено 5 трасс всех видов, да, о которых мы с вами говорили сегодня. Да. Там строится 6-я трасса, на которой будут уже испытываться в дальнейшем более, скажем так, тяжелые транспортные средства, которые будут перевозить грузы там, мощностью, весом 30 тонн и более. Да. Пассажирский состав более высокой, скажем так, пассажировместимости. Сегодня активное строительство у нас ведется на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Это инновационный центр Skyway в Шарджи. Впервые мы об этом узнали на мероприятии под названием ЭКОФЕС 2018. Генеральный конструктор рассказал о том, что активно велась работа на территории Эмиратов, и она дала свои плоды.
Ну, где-то с октября месяца ведется строительство на территории Эмирата Шарджа. Плюс ко всему прошел целый ряд мероприятий на территории Объединенных Арабских Эмиратов в разных городах и в разных эмиратах. Активно, скажем так, велись работы на территории Эмирата Дубай. И буквально в конце апреля месяца шейх Дубая, да, Хабдан Абу Мухаммед Аль-Мактум, это его сын, вот, и сам шейх Дубая подписал, скажем так, документ, в который, точнее, проект, в который вошли 6 проектов, улучшающих транспортную инфраструктуру Дубая, и один из проектов – это 15-километровая трасса с 21 станцией под названием SkyPods. Такое название наша транспортная система имеет в Эмиратах. Про 32 международные делегации я вам уже сказал. Итак, друзья, компания Skyway Capital, да, то есть вот вы видите сейчас на экране, скажем так, изображение вот этих 15 этапов развития, да, мы сегодня находимся на окончании 13 этапа, у нас тот дисконт, который на сегодня существует, от 14, скажем так, раз увеличение ваших денежных средств потенциально, если вы приобретаете пакеты далее, до 60, да. Компания Skyway Capital, как я вам говорил, была запущена в действие в конце февраля 2015 года. С тех пор, скажем так, там порядка 200 стран и территорий, с которых люди смогли инвестировать в развитие нашего проекта. Несколько сотен тысяч людей в разных уголках земного шара, скажем так, активно поддержали рублем развитие нашей технологии. Компания занимается в первую очередь информационной деятельностью и сопровождением, скажем так, привлечения денежных средств для реализации технологии, для строительства вот, экотехнопарка на территории Республики Беларусь и всего того, что у нас сегодня происходит на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Компания развивается успешно, у нас есть, скажем так, огромные структуры партнеров на территории, ну, фактически всех 5 континентов, да. Важно отметить следующее, что в нашей партнерской программе, точнее в нашей компании существует партнерская программа, позволяющая людям, которые увидели выгоду, да, точнее пользу данной технологии для, например, окружающей среды, те, которые не безразличны тому, чтобы, скажем так, передать нашу землю последующим поколениям, те, кто увидели, скажем, попытки человека, Анатолия Эдуардовича Юницкого, реализовать данную технологию для того, чтобы сделать этот мир лучше, те, кто увидели возможность получения дохода, да, то есть по разным причинам люди приходили в наш проект, и у нас сегодня существует партнерская программа, позволяющая еще создать источник дохода до момента выхода группы компании Skyway на реализацию, скажем так, по тем адресным проектам, которых потенциально сегодня уже, скажем, не один десяток. Любой человек может инвестировать в наш проект, любой человек может заключить договор конвертируемого займа, по которому, скажем так, он получает в собственность тот пакет долей, который он выберет на личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Для этого нужно сделать простые шаги, зарегистрироваться у нас в личном кабинете по ссылке человека, который вам дал реферальную ссылку, либо напрямую под компанией. В разделе там инвестировать, выбрать те пакеты, которые на сегодняшний день для вас будут комфортны. Вы можете выбрать любую стратегию, там, ну, в принципе, их две. Да? Либо разово купить пакет, какой бы то ни был, либо несколько пакетов, либо приобрести себе рассрочку, которая позволяет вам инвестировать небольшие суммы ежемесячно на протяжении 10 месяцев, например, да? А в итоге получить приличный пакет долей. Сегодня, кстати, для тех людей, которые думают, делать им инвестиции или нет, пакет стоимостью $1000, он выгоден почему? Потому что на нем есть повышенный дисконт. Это все связано, скажем так, с промо-акцией, которая у нас сегодня действует перед экофестивалем, который состоится 17 августа этого года на территории Республики Беларусь. Пакет за $1000 может вам принести, скажем так, 40 тысяч долей, да, потому что он выше, чем стандартные пакеты в обычных наших таблицах, которые вы можете найти. Вот. Либо 45, если вы тот человек, который развивает партнерскую структуру, у вас здесь деньги на бонусном счете, вы можете за те же $1000, но с бонусного счета приобрести себе 45 тысяч долей. Поэтому те, кто из вас еще думают, скажем так, воспользуются, не воспользуются этой акцией, есть еще, ну, буквально пару недель, в течение которых вы можете приобрести большее количество долей, чем это будет, скажем так, после экофестиваля. Ну и плюс ко всему я говорю, что мы уже, скажем, находимся на третьем подэтапе 13 этапа развития, заканчивается, скажем так, привлечение денежных средств, которые необходимы для тех работ, которые надо было выполнить на 13 этапе. Вот. И я думаю, недалек тот день, когда мы будем переходить на 14 этап. Как я вам сказал, инвестировать в нашу компанию может абсолютно любой человек. Да? Достаточно простая прозрачная схема. Я сказал, что договор конвертируемого займа. Потенциально вы в дальнейшем то количество долей, которые вы можете, с которого вы приобретаете в нашей компании, можете получать так называемые, ну, в мире, скажем так, бизнеса, в мире инвестиций, это называется дивиденды. То есть у нас в инвестиционном меморандуме заложено 20% от прибыли компании, минимум, да, это те деньги, которые будут в дальнейшем
распределяться между теми людьми, кто поддержал технологию на начальных этапах ее развития. Начальный этап – это как раз-таки вот с момента старта проекта в 2014 году и по момент, скажем так, окончания 15-го этапа и окончания привлечения инвестиций в технологию. Когда это случится, ну, я думаю, мы все с вами узнаем. Я думаю, это уже не за горами. Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы технология реально стала реализовываться в разных уголках земного шара, что мы начнем получать авансовые платежи на реализацию, на строительство дорог. Ну, по крайней мере, сегодня, скажем так, большие надежды связаны с регионом Аравийского полуострова. Это в первую очередь Арабские Эмираты, там рядом Саудовская Аравия, Оман там, и так далее, и так далее. То есть к нашей технологии уже присматриваются с разных уголков земного шара, как я говорил. Делегации были фактически со всех континентов. И мы сегодня близки как никогда к реализации технологий. То есть любой человек сегодня может стать успешным, двигаясь вместе с нами, скажем так, разобравшись в технологии. Я всегда говорю на своих вебинарах, не нужно прыгать головой в омут, разберитесь в информации, задайте как можно большее количество вопросов. Ну, наверное, сейчас я вам скажу то же самое. Если у вас есть какие-то вопросы по сегодняшнему материалу, который я дал, я постарался, скажем так, не растягивать это во времени. Краткая история, что из себя представляет Skyway Capital, опять же, кратко, да, то есть чем он занимается, и что из себя представляет технология. Я вижу, что уже есть вопросы в социальных сетях. Мне иногда задавали вопросы в конце вебинара, а что это вот за QR-код и так далее. Если вы скопируете данный QR-код при помощи своих смартфонов, там, айфонов и так далее, то вы можете выйти на сайт, где увидеть, скажем так, объекты, относящиеся к технологии Skyway, и транспортные средства, и элементы инфраструктуры в виртуальной реальности. То есть можете покрутить головой, да, и на 360 градусов посмотреть вверх, вниз, что из себя представляет данная технология. Итак, друзья, я посмотрю, какие первые вопросы появились в соцсетях. По всей видимости, их пока не так много. Как я понимаю, доли и акции – это не одно и то же. В какой момент проекта доли преобразуются в акции? Ну, давайте так, я вам отвечу. Да, вы становитесь долевым участником проекта, у вас есть какое-то количество долей. Как акции, они станут тогда, когда будет, скажем так, завершен процесс монетизации и выход на какие-то площадки, где будут реализованы эти доли, когда они станут акциями. Это не совсем акции, которые вы можете купить на любой бирже сегодня, там, неважно, «Газпрома» – это акция, там, «Новатека», либо Apple и так далее. Да, вы, выходя на биржу сегодня, имея какое-то количество денег свободных, вы можете купить уже те акции, которые котируются на бирже. Сегодня в нашем случае вы приобретаете доли. И пока, скажем так, приобретаете доли, вы не можете их никому реализовать, ни продать, ни подарить. До момента, когда будет осуществлена монетизация данных долей. Дальше уже вы с ними можете, ими сможете распоряжаться, продать, подарить, переоформить там, и так далее, и так далее. Вот. Либо копить. Когда будут открываться новые адресные проекты, где? Этот вопрос задавали Кириллу Бадулину на одном из мероприятий, где он был. Он сказал, что на сегодняшний день целый ряд адресных проектов потенциальных есть в Объединенных Арабских Эмиратах. И то, что огромное количество адресных проектов они просто оставили в сторону, потому что не хватает времени в сутках, чтобы это все обработать. Да? Вот. Но адресные проекты, они создаются, по сути дела, ну не знаю, каждый день, но, наверное, каждую неделю появляются заинтересованные лица в том, чтобы данная технология была реализована в разных уголках земного шара, вот, и потенциально это и европейские страны, и Южная Америка, мы знаем, да, приезжали представители там Перу, Бразилии, Аргентины там и так далее. То есть насчет того, что когда будут открываться новые адресные проекты, ну, я думаю, нам это скажут. То, что работать по адресным проектам каждый день, это 100%. Ну, есть программа, я знаю, на айфонах, либо она установлена, либо ее нужно установить, подносится просто, скажем так, включается камера, и при помощи той программы фотографируется этот QR-код, либо, скажем так, сразу осуществляется переход на сайт, на котором представлена вот эта виртуальная реальность. Это касаемо данного QR-кода. Так, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Если в голове сейчас возникают вопросы, связанные, когда мы выйдем там на IPO, либо на ICO, либо там с токенами и так далее, коллеги, сроков я вам не назову. Вот. Потому что я не являюсь тем человеком, который определяет сроки, да, монетизации тех продуктов, которые мы имеем внутри нашего проекта. Но, тем не менее, работы ведутся. Мы, скажем так, все ближе к моменту, когда это будет реализовываться. И, в принципе, всех тех, кто на сегодняшний день не видел данную технологию, но хотел бы, скажем так, воочию убедиться, что то, что показано в ролике, это самое, что ни на есть правда, просто приезжайте в Беларусь.
Вот. Кстати, на второй день компания Skyway Capital организовывает мероприятие, в котором может принять участие любой. Да, оно стоит денег, это будет в клубе Фалком или Фалком, да, возле гостиницы Мариот на проспекте Победителей в городе Минске. Вот. Там обещают интересную программу. Вы можете приехать, стать частью команды, увидеть, скажем так, успешных людей, которые развивают бизнес Skyway Capital. Вот. Ну и всех остальных, кто сейчас слушает эту информацию, могу просто призвать внимательно следить за новостями на наших информационных ресурсах, это и наши группы в соцсетях, в которых выкладывает информацию человек, который горит, да, развитием нашего проекта, делает это с душой. Вот, наш SMM-менеджер, поэтому рекомендую читать информацию в соцсетях. Почему? Потому что он находит еще большое количество материала, которое не печатается на сайте корневой компании и так далее. То есть следите за статьями, которые выходят в соцсетях. Я думаю, вам это будет интересно. Вот. Ну, маленький промоушен, но тем не менее это так. Человек каждый день приходит, что-то ищет, находит, выкладывает. И... Посещайте чаще группы в соцсетях компании Skyway Capital. Вот. Я знаю, что огромное количество выходит на сайт корневой компании и так далее, а к нам, скажем так, редко заходит. Я вам рекомендую это делать. Говорили, что в 2016 году будет Могилев и так далее. Коллеги, ну я ничего не могу сказать по поводу Могилева. В принципе, на своих мероприятиях мы эту информацию, как правило, не озвучивали. Да, об этом часто говорил там господин Сибиряков, еще чаще об этом говорили в СВИДе. Вот. Про проект Швейцарии давайте я ничего не буду говорить. Да? Что я сразу могу сказать. Проект Швейцарии вот, ни в одной новости официальной на сайте РСВ либо на сайте Skyway Capital не говорилось о том, что вот мы в Швейцарии там развиваемся и так далее, и так далее. Это говорилось конкретными людьми. Это говорилось конкретными группами людей. Да? То есть они, скажем так, промотировали данный проект на своих мероприятиях, но, по сути дела, даже на прошлом Экофесте, скажем так, в новостях компании там где-то, да, именно от РСВ, там, либо Skyway Capital, не было вот, информации о том, что все мы в Швейцарии что-то строим. Это говорили конкретные люди, я думаю, вы им напрямую можете задать вопрос. Я, наверное, внутренне не имею права об этом проекте говорить, потому что я к нему никакого отношения не имею. Компания, в принципе, тоже. В каком-то из видео Анатолий Эдуардович Низкий, скажем так, буквально 5 секунд упомянул об этом проекте, да, и он сказал, что, ну, он один из, он рядовой проект, он из многих, которые на сегодняшний день потенциально существуют, и ему сегодня приоритет никакой не отдается. Поэтому, если вы слушали информацию о тех людей, которые активно промотировали как первый проект Могилёва, так и проект Швейцарии, задайте им вопросы напрямую, вживую, на их мероприятиях там, и так далее. Я думаю, они вам ответят. И опять же, ни в плюс, ни в минус это отношу. Просто вот констатирую факт, что нигде в официальной информации от компании не говорилось о том, что мы прямо там проработали проект Швейцарии и так далее. Да, говорилось о том, что приезжали представители, например, Сан-Марино, да, то есть были представители там из Италии и прочее. Там думают, взвешивают и так далее. Вот. Я никого не пытаюсь оправдывать, я никого не пытаюсь там делать пушистыми, там, белыми и так далее, и так далее. Ну, задаете, вам интересен этот вопрос. Дойдите до конца и спросите того, кто об этом говорит. Я думаю, это будет самое правильное. Согласны со мной, кстати? Кто со мной согласен, ну вот, давайте маленький интерактив. Поставьте плюс в чате нашего вебинара. Потому что всегда спрашивать там, не то, что с кого-то спросить, да, а спрашивать нужно у того, кто это произносил. Кто это активно, скажем так, промотировал, кто этому уделял там какую-то часть времени своей жизни. Я себя к таким людям не отношу. Вот, не то, что я себя снимаю там, вот я белый пушистый, нет, коллеги. Итак, друзья, есть ли какие-то еще вопросы? Потому что у нас действительно в этом году, точнее, в этом, этим летом важное мероприятие на носу, которое это экофестиваль. Вот, приезжайте. Смотрите, трогайте руками, да, там, скажем так, катайтесь внутри транспортных средств. Если вы не верите и считаете, что все это, скажем так, ну, некрасивое слово фуфло, тем более предлагаю вам приехать и убедиться. Вот. Я не говорю, что после этого вы станете там большим фанатом и так далее, но, по крайней мере, вы уже себе не сможете сказать, что этого физически не существует. Как, кстати, пишут на многих интернет-порталах, вроде бы успешные там инвесторы и так далее, что вот со стороны будет как 3D там чего-то, анимация и так далее. Сядь, приедь, посмотри. Вот. То, что собака кусает больно, да, приди, подразни собаку, там, сунь руку, она тебя укусит. Ну, грубо говоря, да, тогда ты про это можешь писать. Вот.
У меня на этом все, наверное, друзья. Да, я буду рад с вами увидеться на следующей неделе в понедельник. Это уже будет у нас август месяц. Серпень на некоторых, да, там, или как правильно сказать. Еще на целом ряде европейских, славянских языков это так называется месяц. Вот. И всем я желаю, чтобы этот месяц принес вам тепло, солнечный свет, радость, перспективу, отличное настроение, чтобы в жизни ваших родных и близких все складывалось очень здорово, соответственно, в вашей жизни, скажем, целый ряд вопросов отпадет, потому что вы не будете беспокоиться за ними, да, но у вас, чтобы все было тоже хорошо, чтобы вы достигали того, чего хотите, чтобы, скажем так, в вашей душе и в вашем сердце вы могли себе каждый вечер сказать, что я сделал то, что мог сегодня, я получил большое удовольствие от того, что я делал. Вот желаю вам каждый день получать удовольствие от своего творчества. Вот. Это было бы здорово, да, и как можно большее количество лет. Рад с вами общаться. До новых встреч в эфире. Огромное спасибо вам за внимание.